Они у нас Йо-Йо Рабун, Саленда Стар, всем привет. Погнали следующую песню от Адеми. Это у нас будет Нурбалат Абдулин. Хотела сказать Абдулидин. Я как обычно читаю. Как обычно не умею читать. У меня уже проблемы со всем этим. Все знают об этом. Суемин песня называется. Раз, два, три. Абдулин. Что произошло? Пожар? Жанымнан менің жырақтамашы, онап қаласың. Қолыңды сосшы жүрегім, тағдырға неге сырақтарасың. Это не та же девушка, которая играла в клипе, где были дети, двое детей маленьких. Подождите, это продолжение? Те же самые актеры? Нет? Ну, исполнитель-то другой. Если здесь сейчас будут двое детей, то я вообще офигею. Тоже сюжет грустный. Если он погиб, конечно. Будем надеяться, что в конце он приедет к ней, и она успокоится. Сейчас поедет к нему. Точно он уже не приедет, раз она поехала. Так тот же мужчина, по-моему. А они не муж и жена случайно? Вот эти два актера-актрисы клипа. Господи, у меня всякие мысли сразу. Подарок? Поссорились-то, только что же любовь была и морковь. Он, наверное, ушел, они, наверное, поругались, он ушел, а потом вот это все произошло, и она сейчас жалеет об этом. Как обычно и бывает. Живой? Я там ничего не понимаю на казахском. Переведите мне сообщение. Все в порядке? Отлегло, да, дыши? Иди мирись. И больше не дерись. Все хорошо, да? Такой типа я спел песню. Вот тебе денежка, молодец какой. Так, ладно, все, все хорошо закончилось. Все хорошо, что хорошо кончается. Вот, так что. Не заставили меня снова рыдать. Так, все. Пошла делать следующую заявку. Спасибо огромное за просмотр вместе со мной и за заявку. Вообще, что-то у меня уже начинает заплетаться язык после горы заявок, которые мне накидали. Погнала следующую делать.